Всем привет. Вы в принципе, то, типа, можете догадаться, где мы сейчас находимся. Мы пришли в некрополь. Вот, в, получается, Невскую лавру. Здесь лежат Достоевский, Шишкин, Чайковский. Короче, сейчас мы будем ходить гулять. Вот, получается, это был Достоевский вместе с семьей. То есть там похоронен сам он, жена его и внуки. Вот сейчас идем дальше. Здесь похоронен Глинка. Здесь Шостакова. Смотрите. Очень красиво. Угу. Ну, а вот это вот мол Саркской. Посмотрите. Вот это Чайковский. Ну вот это львы. Вот такие вот. Очень красиво. Это мозаика. Кстати, она очень красивая. И только посмотрите. Ну, очень, конечно, красиво. К сожалению, я не знаю, кто это, но тут написано то, что это народная артистка Союза СССР Екатерина Павловна Корчагина.
Это Черкасов. Ого. Макар. А вот тут же вроде бы можно найти. А это Крылов. Ну, это получается. Сейчас мы уже находимся в другой, получается, части некрополя. Вот. Если там лежали типа писатели, актеры и прочее, то тут уже получается генералы и прочие состоятельные люди тех времен. И тут прям правда, прям очень древние захоронения есть. Очень необычные. Какой год? 1762. Лазаревская усыпальница. Сейчас я вам покажу. Занятно, что здесь, в принципе, получается погребён прах, то есть в большинстве своем. Вот, то есть как-то ковых захоронений здесь как бы не так много. То есть, в принципе, была тенденция. Вот так вот. Вот, ну тоже, в принципе, не обычно в форме
ладьи или что это. Что это? Вот это интересно, золото, позолота или просто краска? Ну вот. Ну, смотрите, какая прелесть. Как красота. Младенец Вера Кочубей. Вот так вот. Вот такая была девочка. Что это такое, даже непонятно. Здесь, конечно, очень-очень-очень красиво. А тут вот будто бы даже из-за выражения было, но уже нету.